Это у тебя будет отпуск, не увольнение еще? Ты не увольняешься, ну, не увольняйся. Там что-то прям все плохо. Там эти, я смотрю, матери уже организуют там эти, все плачут, там столько жертв. Слушай, я не хочу прям в этот союз матерей, они там просто возмущаются. Ну что, среди мирного этого, слушай, взять сына и, блин, и потерять. Ну как вот? Я тоже этого не понимаю. Я еще не могу объяснить себе ради чего, понимаешь? Что за родину защищать? Кто на нас попал? Сын, честно, вот я прям на этих матерей смотрю, которые сейчас объединяются, пытаются до государства достучаться, что, ну, а что уже поздняк, блин? Приходят там дети в городах. Не, зачем вот это потом ходить тут это, что-то добиваться? Зачем уже? Ты не увольняйся просто, в отпуск приезжай, а вот как, потому что если ты уволишься, тебя через два месяца призовут туда, на это. Ты потому что ценный кадр. Дедушка, когда разговаривал с этим военкомом, Семена бы сейчас уже забрали.